Привет, с вами Цифра и Ольга Потапова. Несомненно, каждый автомобилист не раз сталкивался с тем, что его машина подпирала другой автомобиль. Ехать надо скорее, а выехать невозможно. Что же делать? Ни в коем случае нельзя причинять механический вред транспортному средству. Я как-то своими глазами видела, как шнивы оттаскивали мешающий автомобиль. А это опасно, можно повредить парковочный тормоз или коробку передач. В таком случае ваши действия повлекут, как минимум, обязанность возместить вред. Также нельзя пытаться объехать по газонам, детским площадкам и так далее. Эти объекты не предназначены для движения транспортных средств. Такие действия повлекут за собой административную гражданскую ответственность. Ну и, конечно же, нельзя причинять вред здоровью виновному лицу. А вот что можно и нужно делать. Поищите бумажку с номером телефона под стеклом машины. Спросите бабушек у подъезда, чей это автомобиль. Попинайте колеса, но не по диску, а по резине. Кроме того, можно подергать за ручки. Если авто оборудовано сигнализацией, то она сработает, и есть шанс, что владелец прибежит. Иногда владельцу на прилог приходит сообщение, что кто-то в его машину ломится. Если автомобиль подперт в жилом дворе, необходимо долго сигналить. Хозяин автомобиля может услышать такие сигналы и решит проверить, что произошло. Все это дело 3-5 минут. Если все это тщетно, тогда звоните в службу 02. С мобильных 002 или общий телефон спасения 112. Правила дорожного движения гласят о том, что транспортные средства на стоянке должны быть расположены таким образом, чтобы не создавать преграды другим. Нужно сообщить, что вам преградили выезд. Не забудьте упомянуть, что вы, будучи законопослушным гражданином, не прибегаете к спуску шины повреждений чужого имущества. Ваше сообщение примут и передадут по своим внутренним структурам дальше. Следом с вами сразу связывается оператор. Нужно объяснить ситуацию и назвать номер авто виновника. Там у себя они по своим базам находят телефон владельца и просят его убрать машину. Если этот метод не сработает, автомобиль эвакуируют. А можно сразу вызывать эвакуатор напрямую, сесть в такси и ехать по своим делам. В принципе, всегда можно найти рациональное решение вопроса. Самое главное – постараться сделать все без ссор и скандалов. И даже если ситуация кажется вам неразрешимой, действуйте в соответствии с законом. С вами были Цифры. Увидимся!